Так, доброе утро, дорогие мои. Ну, как я всегда говорю, в Волгограде не бывает ни весны, ни осени, а бывает только зима и лето. Ну, буквально сколько, ну, дней 10 тому назад, минус 10, 12, 13, льда столько было. Сейчас, смотрите, буквально за несколько дней, вон, уже почки пошли на деревьях, вон, кизил уже скоро зацветет. Видите? Сейчас потяну, чтобы видно было. Видите, кто не видел, вот они, почки кизиля. Вот. На яблоке тоже. Видите, уже почки повылезают. Почки вылезают. Ну, все пришлось открыть. Роза, виноград, обрезать. Да, сейчас посмотрим, сколько. Да, ну, с утра пораньше уже 15 градусов. Знаете, вот, вчера с ребятами разговариваю. У них еще снег стоит в Москве, Смоленске, Нижнем Новгороде, да? Ну, Волгоград такой город, непонятный. Так, ну, вы видели в предыдущем ролике, я деревья обрезал, ветки валялись. Вот эти ветки, листва, все собрал, все поджег здесь. Вот это будет и ванночка для голубей, от, это, от пуха пироедов, когда они в зале купаются, они будут ложиться, кувыркаться. Это от пуха пироедов, ну и помимо того, кальций, калий, магний, все тут есть, залам. Все тут есть. Все самое полезное. Самое-самое. Тут у меня вот это никак не получается отучить от старого голубя. Дурочка она опять желтую начинью лезет. Хотя у нее птенец. И там будут другой голубь, которая птица. Ну, видите, старая любовь, первая любовь, наверное. Да, тут мы еще Гананджана обрадуем. Гананджан, вот он один. От Тайсона, вот он. Вот он, видишь, такой. Ну, второй так похож на него. Так, все. Будешь биться? Ты что кувешь меня, засранец? Я тебя кормлю для того, чтобы ты меня бил. Я тебя кормлю, орел, орел. Гнев говорит, он за отца будет хищников отомстить. Да, за отца будет отомстить. Ну иди сюда, ладно, хорош, мой. То визжишь, то дерешься, как по шапке. Сейчас попробую показать. Какого она цвета или он, скорее всего, голубь будет. Ну что ж тебе, засранчик. Ой, засранчик. Вот она. Видите? Ну, Тайсона, помните, вот такой темный был. Как вот на груди у него. Вот такого цвета. Вот такого цвета. Красавец. Красавец. Выбиться здесь. Здесь выбиться. Вот. Ну, сейчас тебя побьют, дурачок. Тебя побьют. Или побоятся тебя трогать. Или побоятся тебе. Давайте в угол загоним, посмотрим, будешь драться. Будешь драться, будешь. Орел, 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 орел. Дорогие мои, это гена, это гена, это либо есть, либо нет. Вы его ни к чему не научите, никаким лекарством не пропоете, никакая прививка не поможет, только-только гена, только гена. Вот тут еще вот от желтого челят уже, в принципе, красавчик уже. Второй темненький. Второй темненький. Там вот опять от белого лохматого лохмочками. Это вот от чапа, теперь уже, по-моему, чубатенький белокрылый вышел. Вот от лобик челят уже. Два красавца сидят.
красавцы сидят. От генерал Джана. Генерал Джан, один, по-моему. Один, по-моему. Ну да. Хамучечка будет, чап на крыле. Черненький хвостик будет, шеечка будет. А второй будет, наверное, как папа. Или как? Нет, темненький. Второй темненький вышел. Ну, посмотрим, может, и как Тайсон выйдет. Может, и как Тайсон выйдет. Видно будет. Видно. От красного, пока как бы не обеляется. Чудо цвет будет, мрамор. Видите? Такой. Дульда, дульда. Даже вот смотрите, как голуби гнездо собирают. Видите, аккуратненько, хорошее гнездо. Естественный птенец будет ухоженный. Понимаете, когда заходите к человеку домой и видите, что у него в порядке, чистота дома, порядок, все четко. Ну не может у него ребенок засранным ходить, понимаешь, грязным ходить. Нет, это человек аккуратного во всех отношениях. Это тоже маломальники. Тоже вот отчиняшь от тебя. Тоже будешь драться. Тоже будешь драться. Это что получается? Прабабушка. Хорош кусаться. Один желтенький вышел. Ну видите, вот одного желтого отдам Миружана. Вот второй желтый Бог мне подсылал. Я же вот это вот, желтого песку Миружана подарил. Ну вот видите, Бог все видит, дорогие мои. Бог все видит, награждает все. Вознаграждает вам, поэтому не бойтесь. Ну мы как сейчас поступим? Вот ученик, мы откроем. Вот цепочки наши выйдут. Посмотрим, как они себя поведут. Пойдут кушать или пойдут летать. Не знаю. Ну, сейчас видно будет. Сейчас видно будет. Так, сейчас на паузу поставлю, пускай. Вот, плохой, плохой. Может, еще и полетите. Может, еще и полетите. Вот, представляете, какой кайф. Работаешь. На голубей смотришь. Одно удовольствие. О, ты тоже уже умеешь летать. Ты шпингалетик. Шпингалетик. Ну, маленький пошел. Его дядя второй тоже. Но этот заморыш начинает тянуться. Посмотрим, что из них получится. Но этого... Красношея не дал, чтобы родители гоняли. Это кормили. Ну, помните, это от этого, от стариковского внука. Ну, одногнездки его мраморошейка. Вот этот красивый мраморошейка, пескунчик. Того красной шеи покормил. А этого кинул под его родители, толком не кормили. Толком не кормили. Как у Тайсона был такой же цвет. Это вот этот пешалка, который я пару дней тому назад хотел с улицы выкинуть, он не полетел. Ну как не полетел, он же летать не умеет, это мелочь, просто здоровенький, видите, вот. Здоровенький, да, мелочь. Ну, пойдем. Даже и ты полетишь на этот ход. Вот так. Видите, вот рукой просто вот махнем. И они должны летать. Видите, как вот косяк. Не надо ни кричать, ни свистеть, ни барабанить, ни тарабанить. Ничего не надо. Если голуби умеют летать, то они умеют летать. А ты что ты, давай иди.
Лодырь-модырь. Голубочек старый, по-моему, да. Старая голубочка, тоже очень старая голубочка. Тоже никогда ее не показывал. Ну, ей тоже около 20 лет, этой голубочки. Это от голубка мраморных, этот, мраморного голубя. И вот орудия мраморных пискунов я вот от нее получал. Это одна из самых любимых моих голубок. Ну, поскольку я не знаю, сколько ей еще жить, покажу. Поэтому показываю ее. Одиночка, ни с кем никогда она не летит, не летала, но я ее никогда не показывал. То есть, есть некоторые, если у кого-то там что-то есть, он только этого и показывает. Смотрите, какой крутой голубь. Но у меня другой нрав, дорогие мои. Я сотни могу поднять. Щелчками, тресками, которые идут, вся взрослая птица, вся она такая. Ну, люблю показывать мелочевку, чтобы люди стремились, понимаете? Чтобы не завидовали, а стремились. Потому что, когда ты что-то показываешь хорошего, а у человека не получается, он может начинать завидовать, обломаться. Конечно, зависть – это очень плохая штука. Ну, спокойно что-то летят. Скворцы еще у нас не прилетели. Хищник активный, очень активный. Но, ну, тут еще получилось так, кто там? Ну, нет, ворона, походу, или голубь, не знаю. Но получилось и так, что многие наши голубятники, это, да, как бы обманулись на погоду. Смотрит погоду, бомбовая, не выдерживает, открывает голубей. Ну и нахрена хищнику долететь до меня, если он там подойдет, бац, и это, да, вот, ну, последний раз показывал я, когда поднимал, и Валера тоже выпускал своих. Им зачем пыхтеть над этими дурачками? Подошли, взяли, ушли. То есть вот это уже спасает, то, что погода. Он с белым пером. Два белых пера от хомучевички. Уже отделился, он сейчас улезет. Это вот желтенький пискунчик мой, любимый. Любимый пискунчик. Котя. Калапузик, малапузик. Нравится этот пискун. Ну, предыдущий не выжил. Знаете, чуть не дотянул до весны. Ну, вот они сейчас будут купаться в этой зале. Не бойтесь, не испачкается. Это стариковский внук. Недавно я его показывал, он даже не сыграл ни разу. Это вот от друга, вот этот хомучечка уже летит. Ну, недолго помучился, буквально полгода. И вот начал летать. Тихо так. Арожан, это твой. Это твой цудик. Вот это сечка, пескунчик. Эй, давай, иди. Ну, на днях я пару дней тому назад его с улицы выкидывал. Не пропал. И этот красношей тоже твой. От бессмертной сестры. Папа мраморошейка у него. Такой красивый мраморный шейка. Он красавца. Вот красавца, видите? Мне вот эти больше. Ой-ой-ой, еще на хвостик сейчас сядет. Ты тоже сядешь? Он желтенький. Ой, желтенький переворачиваться уже начал. Да чудо-то мое. Вот
Понимаете, мне вот это более интересно, чем те, чем эти, понимаете, дорогие мои. Дети, здесь мне намного интереснее. Вот видите, четвертый, по-моему, к ним попался же, да. Это... Нет, это голубочка, на этих, на маленьких птенцах она не будет летать. Она пойдет птенцу кормить. Летать будут эти. Вон там уже и один. Ой-ой-ой. Отдаляется. Отделяется, будет уходить. А далее, видите? Лепота. Лепота. Сейчас посмотрим. Папа. Ой-ой-ой, ты тоже взял? Молодец, иди, колончик, иди. О, чубатенький пескунчик-то, это уже пищалка тоже соскочил. О, черная голубочка, отдельно она, вот она, видите? Пошла в сторону города. Вот она оттуда идет, это я максимально потянул. Вот видите, с боем, все время с боем. И с красивым боем. Ну, у него птенцы я показывал. Вот, от мороза. Желтоперая щечка была у меня от нее. Голубочка. Чудила. Ну, голубка-одиночка. Я говорю, я никогда за все эти годы не показывал. Тоже, вон, голубь-одиночка отдельно. Ни с кем не будет летать. И это так же. И это так же. Посмотрим. Мама сидит на яйцах. А, вот он. А, у тебя перо сломался, дурачок. Вот это папа. Это какая шеечка. Тут все цвета радуги. Сейчас попробуем поймать, показать. Сейчас попробуем показать. Видите, какой прелесть. А то нас многие любят показывать красивых голубей. Видите? Ну, как будто Пикассо нарисовал. Видите? И на спину идет, видите? Еще идет, уходит. Видите? Красиво быть это недостаточно. О, по-моему, у меня атака пошла наверху. У меня, походу, атака. Да, вон та стоит, тут та улезла. Эти начали камнем попадать. А не вижу я Яшку. Яшку не вижу. Задекорили по полной. Чё там? Вон черный голубка отдельно. Поперла. Эти тоже скидывают. Вон, чернохвостый падает. Видите? Ну, где Яша, я его не вижу, дорогие мои. Яша, это не как автобусы ждем или это, да, там. Может, 3 секунды прийти или не прийти. Ладно, сейчас подождем, может, зацепим. Ну тебе высоко, тебе для Яшки самый раз. Сейчас на паузу поставлю, прикурю. Вот, кого-то там вижу, большого.
Но это не Сапсан. Вот он. Так, вот он уходит. Это то ли этот. Ну, сейчас же еще и миграция начинается хищных птиц. Ну, те. Вон она, Кася, видите. Те высоко. Смысла не вижу. Там и черный голубь тоже с ними. Вот. Хотя могут резко скидывать. Ну, мы здесь снизу чуть-чуть поснимаем. Думаю, достаточно. И думаю, достаточно. Ты кто такой? А, ну это этот. Зеленый мазанный хвост. Мама, нет, не знаю. Не вижу. Надо на этот, надо намечать, а то не могу узнать, вот, кто из них кто. Ну, показывает красиво, еще крылья в линьке, перья в линьке, видите. Ну, кто такой, не знаю, кто-то из молодых. Вот, затекарили. И тут внизу, видите. Шарахается. И тут не зашарахается. Ну, та стайка выше, и этот, вон там. Ну, хотя чернохвостый там... А, ну это этот же, зеленый мазанный. Это вот на днях я показывал, это пёрый щейка. Я показывал, этот голубь вообще в забой уходил, ничего не показывал. Два брата вот этот. Один пёрый, второй пёрый щеки. Это пёрый щеки. Пёро у него сломано, я думаю, кто-то... Или нет? Это... Маховые двери открыты. Хрень его знает, короче. Ну, это намечен, по-моему. Этот намечен. Ну, идти высоко. Отъедьте. И те, и по отдельности, вон отдельно, вон отдельно, вон отдельно. Ого, вон отдельно, падает, падает, вон черная голубочка наверху. Сейчас потяну, чтобы видно было, барабанит и по барабану, сапсаны, мапсаны. Старуха, ты береги себя, ты на птенцах маленьких, слабая. Ну, даже скажем так, вот эти нижние, вот они, дорогие мои, кто любит высоко смотреть, голубей, вот смотрите, только вы там ни хрена не увидите, понимаете? Ну, а когда есть возможность с такой высоты голубей показывать вон так, ну, разве это плохо? Ну разве это плохо? Да, что-то дикарят по полной наверху. И этот, и тот, и тот. Ты кто такой? Это хамочечка от друга. Все-таки научил бы дяди Гагик его летать. Он еще уже на хвостик падает. Вот он, Яшка идет. Вот он. Вот он, наш Яша идет. Ну, поймаешь кого-нибудь или не поймаешь? Так. Не понял. Нет, это не Яша. Это, походу, Николаевская. Огромная-огромная. Ну, это Николаевская. Это не из-под моих. Он был похож, чтобы Яша идет. Это, может, от Валеры. Его в сторону летит. Или кто там. Ну, короче, хрен поймешь, то ли Николаевский, то ли что-то большое. Ну, большой, короче. Нет, скорее всего, не Николаевский. Для Николаевского он очень быстрый. И слишком крупный. Ну, хотя Николаевская птица, она крупная птица. Она не маленькая. Ну, эти вот собрались,
И опять. Вот они пойдут. Так что, дорогие мои, мир, мир, голубям небо. Гоняйте, занимайтесь. Да, и еще раз, да, вот смотрите, бывают деньки, замечательно, голубей выпускаешь, не хотят летать. Те же самые голуби, да, но в сегодняшнем ролике вы увидели, дверь открыл, они вышли, рукой вот так махнул, и она пошла, птица пошла. Все зависит, дорогие мои, от погоды, от настроения, от атмосферного давления, от опасности в небо. Это только у полюбомщиков, 10-12 часов в чердаках летают. А те, кто гоняет голубей, они прекрасно знают. Не угадаешь. Вот как на рыбалку. Вот ты рыбак хороший, умеешь ловить, снасти хорошие, погода хорошая, приходишь, ну рыба пассивная и все, ну не клюет и все. Хоть прикорми, хоть не прикорми, приходишь на рыбалку, погода никакая, там думаешь, только успеваешь закидывать, не успеваешь вытаскивать. Все это факт, дорогие мои. Миру мир, голубям небо.